Здравствуй, в этом видео мы сделаем вот такой вот переход из окна в окно в редакторе DaVinci Resolve. Наиобщем, приступаем. Для начала опять же смогли бы ставить вот сюда вот и на секунду 30 менять назад. Если у вас 30 кадров в секунду, то на секунду и 15 кадров. И после этого режьте этот ваш adjustment clip, чтобы у вас осталось ровно 3 секунды. После этого берете ножницы и режьте здесь. И здесь тоже режете. После того, как вы все обрезали, берете вот так вот. И еще вот, берете вот так вот. И... Нет. Точнее, берете сюда, вставляете ваш нож. И сюда вставляете. После этого только убирайте все ваши фотожи. После этого заходите в Adjustment Clip. И, так сказать, убираете Media Line. И добавляете сюда все ваши... То, что вы только что обрезали. Смотрите. Штука, которая будет переход, ставится сначала снизу, вот так вот, а из которого начался переход, то ставится сверху. После этого берете трансформ и делаете сайз так, чтобы оно более-менее так помещалось, то есть примерно 3,4. Вот так вот. Вот так вот. После этого заходите сюда и копируете, ставите его на наш трансформ и ставите его сюда. Здесь, в этом трансформе, меняйте центр, чтобы оно было ближе сюда. После этого нам понадобится трансформ первый. И делать тут кейфрейм в начале. И здесь уже вставляйте его так, чтобы камера, так сказать, была внутри первого нашего фото. В общем, после того, как я сделал, захочу 60 кадр и ставить кейфрейм. То есть у вас в местах должно быть все ровно. Если у вас 30 кадров, там потом описание напишу. После этого делать, так сказать, аутзум. Вот так вот. После этого заходит сюда 20 кадр и центр меняйте вот сюда вот. То есть максимально посередине, после заходите последний кадр и все увеличивать. Старайтесь увеличить так, чтобы у вас футаж не потерял свои вот места по краю. Примечание. Чтобы у вас все хорошо получилось, два ваших фото должны быть одного размера. После этого заходите сюда, центр дисплейс, и просто это посередине так меняйте. Можете там поиграться, конечно, но я еще сам не разобрался, так что не знаю даже. Потому что когда я так делаю, у меня там выходит так криво. И вот так вот. И вот так вот. Можете сделать. А можете просто касать. Но когда вы так делаете, то есть у вас может быть шанс, то что оно еще так дергается. И в общем вот так вот. Ваш переход готов. Можете с ним посмотреть какую-нибудь картинку. Ну и в общем, спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем видео. А телегу подпишитесь и на меня тоже. Вот Тарзан, да?